На самом деле, первый мой такой жесткий ступор, так скажем, в этой игре без прокачки убить босса. Потому что он собака быстрый, дамаговый и вообще все очень плохо. И знания мувсета тут недостаточно, тут нужна какая-то удача, что ли, не знаю. А троилку использую, потому что я не знаю, что еще против него использовать, у меня толком ничего нет. Здорово! Опасные эти удары вот этим бегущим реально бесят. Это реально запара. Это убить можно. Так, ну, первая цель нужно завалить вот эту хрень. Я даже не знаю, что случилось. Ну, хотя бы второй я по-любому уворачиваюсь, потому что валяюсь на полу. Это внезапно. Это реально внезапно. И это смерть, да? А, нет. А, вот это смерть. ХЗ, может, повезет. Блин, эта вот атака странная. Она вроде бы достаточно близко должна бить. Хорош! Ой, хорош! Чётенько! Шестая попытка, что ли, не знаю. Ну, быстро я его. Аж как.